Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Поучение святаго Иоанна Златоустова из беседы 26 на 2 послание Коринфянам. О пользе скорбей. Где скорбь, там и утешение, а где утешение, там и благодать Божия. Апостолу Павлу в какой мере усиливались искушения, в такой мере умножалась и пребывала в нем благодать. Так было и в Ветхом Завете. Среди искушений процветали праведники. Так три отрока, так Даниил, Моисей и Иосиф. Все через искушения сделались славными и удостоились великих венцов. Ибо тогда душа и очищается, когда терпит скорби ради Бога. Тогда она получает большую помощь, потому что имеет нужду в большем содействии от Бога и достойнее большей благодати. А делаясь любомудрую, сокровищенствуют себе великие блага, не говоря уже о тех наградах, какие отложены для нее у Бога. Ибо скорбь искореняет высокомерие, отсекает всякое нерадение, уготовляет к терпению, обнаруживает ничтожность дел человеческих и в жизнь вводит много любомудрого. Ей уступают все страсти – зависть, ревность, похоть, пристрастие к богатству, плотская любовь, гордость, высокомерие, гнев и весь рой душевных недугов. А если хочешь на самом деле видеть пример сего или в одном человеке, или в целом народе, то я могу тебе показать в живших как в скорби, так и безбедно, и научить, какая происходила польза от скорбей и какая беспечность от недостатка скорбей. Евреи, когда были оскорбляемы и гонимы, тогда стенали, призывали Бога и получали свыше великую помощь, а когда уточнялись, тогда оставляли Бога. Также ниневитяне, когда жили беззаботно, до того прогневляли Бога, что Он угрожал истребить до основания весь город. А когда смирились, услышав проповедь Ионы, тогда показали великое любомудрие. А если хочешь видеть пример в одном человеке, то вспомни о Соломоне, когда он с заботой и беспокойством размышлял о том, как управлять народом Божьим, тогда удостоился боговидения. А когда стал жить среди удовольствий, тогда впал в самую бездну пороков. А что сказать об отце его? Когда он был чуден и удивителен? Не тогда ли, когда был в искушениях? А Авессалом не тогда ли только вел себя благоразумно, пока находился в бегстве? А возвратившись, не сделался ли мучителем или отцеубийцею? Что скажем об Иове? Он славен был и во время благополучия, но еще славнее оказался после скорбей. Но нужно ли говорить о давнем и древнем? Если кто рассмотрит и настоящие наши дела, увидит, какую пользу приносят скорби. Ныне, наслаждаясь миром, мы ослабели, обленились и наполнили церковь тысячами зол. Когда же терпели гонения, тогда были целомудреннее, благонравнее, ревностнее и усерднее, как к сим собраниям, так и к слушанию. Что огонь для золота, то скорбь для души. Она стирает с нее скверну, делает ее чистую, светлую и ясную. Скорбь вводит в царство, а беспечальная жизнь в гиену. Посему путь к царству тесный, а в гиену пространный. Почему и Христос, как бы предлагая нам какое-либо великое благо, сказал: «В мире будете иметь скорбь» Иоанна 16:33. Итак, если ты ученик Христов, иди путем тесным и скорбным, не ропщи и не унывай. Если для Господа не хочешь терпеть скорби, то все же будешь терпеть скорбь, но по другим причинам, без всякой для себя пользы. Ибо завистник, корыстолюбец, привязавшийся к блуднице, тщеславный и преданный всякому другому пороку, терпит многие печали и скорби, и скорбит не меньше плачущих. Если же не проливает слез и не плачет, то от стыда и бесчувствия. А если бы ты проник в душу его, то увидел бы, что она обливается бесчисленными волнами. Итак, поскольку ведущий ту и другую жизнь необходимо должен скорбеть, то почему же не избрать жизни, которая вместе со скорбью доставляет бесчисленные венцы? Ибо всех святых Бог вел сим путем, путем скорбей и тесноты, как для их собственной пользы,
так и для безопасности других, чтобы не думали о себе выше своего достоинства. Аминь. Аминь.